Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля Volkswagen Polo Sedan 2018 года выпуска. CZ-CA – рядный бензиновый четырехцилиндровый турбодвигатель, объем 1,4 литра и по 4 клапана на цилиндр, мощность 125 лошадиных сил и 200 ньютон-метров крутящего момента. Пробег 49389. Производим замер компрессии на холодном двигателе. Первый цилиндр. 12 килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 12 килограмм. Четвертый цилиндр. 12 килограмм. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лигова производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.